Здравствуйте, с вами Коля. И я сейчас нахожусь в Александровском монастыре. Он называется потому, что его основал Александр Невский. Вот он сам. Я уже был вот тут, в Александровском монастыре. Пойдемте, сейчас сходим на эту колокольную башню. Тут очень тихо. Поднимаемся на башню, ой, точнее, на колокольню. Вот какие-то дома, крест вот стоит. Вот эта машина, наверное, что-то привезли, купили что-то в Александровском монастыре. Тут очень ступеньки какие-то адки. И вот мы видим с этих лестниц вот такие дома. Вон вдалеке там Покровский монастырь, который... Ой, я вам расскажу, когда основан этот монастырь. Основан этот монастырь где-то в 1000, я забыл. Ну, спускаемся. Отсюда спускаемся. Вот сейчас я вам расскажу, когда он основан. Этот монастырь основан. Этот монастырь основан, вот, даже написано, в 1240 году. Вот она. В 1240 году. Тут уже трактор купили. Что-то мне камера. Там уже купили трактор. Пошлите дальше, посмотрим, проходимся немножко. Тут такие бугоры. Дальше пойдем. Это да, Александровский монастырь. Вот там вход или выход что-то. И я хочу вам, видите эту машинку? Это наши ворота. Они тут уже трещины большие. Сейчас я вам покажу эти трещины. Они такие огроменные, просто. Большие. Вот ворона полетела. Вот какие тут были трещины. Вот они. Большие, прибольшие трещины. Это вообще... Не знаю, как появились вот такие трещинки. Да, трещинки нормальные. Но это видео подходит к концу. Я вам все рассказал. Ну, всем удачи, всем пока! С вами был Коля. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.